надо глядеть в оба. Пату Мендес. Человек, которому друг сдал свою квартиру на Марвел-стрит. Да, я не стала бы знакомить такого с мамой. Пора задать ему несколько вопросов. Все будет хорошо. Я найду его, выясню все, что мне нужно, и уйду. Прожигатели жизни. Не мой стиль отдыха. Я еще не пришла в себя после встречи с чокнутым доктором. Ничего не имею против техно-транс-индастриал. Или что бишь это там? Но зачем же так громко? Я ищу папу! Папу Мендеса! Папу Мендес! Найди его! Еще бы! Он мой босс! Он сидит там, в VIP-зале! Бармен сказал, что Пака в VIP-зоне. Простите, посторонним нельзя. У меня дело к папу. Не получится. Мистер Мендес просил не беспокоить. Похоже, Пака любит, чтобы девочка была прелесть, какая глупенькая. Надо изобразить что-то более сексуальное. Только найти бы, где переодеться. Конечно, туалет. Можно уединиться и сменить образ. Где он здесь? Наверное, вот этот красный куб уходит. Ты просто больная на всю свою хорошенькую головку, Мэдисон. Ниже вырез, больше ног.
Ну, Ловелас, посмотрим, что ты на это скажешь. Я уже на все готова, чтобы получить информацию. Лучше не задумываться. Если фигура хороша, зачем ее прятать? Походка от бедра, и Пака не устоит. Может, потанцевать перед ним, показать себя. Ну, поехали. На встречу с Пака. Уж на этот раз он меня заметит. Не работает. Пака на это никогда не купится. Мне кажется, что все на меня смотрят. Хотя сейчас мне как раз нужно, чтобы меня заметили. Страстью. Может, мы с вами переберемся в место более укромное? О, ну, конечно. Киса, пойдем-ка. Я зайду, направлю на него пистолет, все узнаю и смоюсь, пока он не поднимет тревогу. Все будет в полном порядке. Все будет в полном порядке. О, добро пожаловать в мое царство. Дай сюда. Она нам сейчас ни к чему, конфетка. Ну, покажи, на что ты способна. Раздевайся. Медленно. Не стесняйся, детка. Может, сначала поговорим? Ну, нет. Чего языком-то чесать, киса? Я наболтался. Порадуй меня. Можно мне выпить? Знаешь, чтобы расслабиться. Сломать? Ну, лед давно уже сломан, красавица. Иди сюда. Давай. Раздевайся. Простите, я боюсь, мы друг друга не поняли. Слушайте, я пойду.
Хорошо? В другой раз. Нет, это ты немного не поняла, детка. Довольно тянуть время. Да или нет? Я никогда не принимаю отказов. Лампа. Только бы удалось схватить ее. Детка, эти холмы прохладны. Вот что значит надрать задницу. Я умница. Так, второй акт. Посмотрим, как запоет наш мачо. Только пикни. Пуля в лоб. Понял? Черт! Что тебе нужно? Ты снял квартиру на Марбл-стрит. Объясни, зачем. Квартиру? Какую еще к черту квартиру? Думаешь, взяла за яйца, леди? Попадешься ты мне, жопу порву. Сука, убью тебя! Босс, все хорошо? Ну что ж, спасибо за отличную идею, Пака. Теперь ты заговоришь. Что ты делаешь? Хватит! Хватит! Я только начала. Могу продолжить. Я ни разу не был в той квартире. Дал ключи одному типу, который искал квартиру. Он заплатил.
Как его звали? А, он не назвался, клянусь! Шепард! Его зовут Джон Шепард! Я все сказал, клянусь! Вот, не так-то трудно, верно? Жаль прерывать романтический вечер, но мне пора бежать. Увидимся, мой мачо. Надо выбираться отсюда. Как же болит голова.